гвоздь. Правильно. У меня какая ситуация? Человек нападает, как бы бьет ножом. Да, я должен здесь быть. И у меня есть доля секунды, потому что он может его раз и забрать, может два раза бить. Раз и второй. Тык-тык-тык делает так. Тык. Снизу. Бам-бам-бам. Да, его задача в меня попасть. Когда у него нож, он в любом случае может по мне попасть. Это правило ножа. Если у человека нож, он хочет в тебя попасть, он попадет. И если он хочет попасть, он попадет. У вас есть доля секунды для того, чтобы обработать движение. Я не знаю, когда он собирается это сделать, но теоретически я показываю удар снизу. Ну, как у меня это было. Ну, было у меня вот так, первый удар проходит, а вторые все уже не попадают. Доля секунды, первый удар, вот такое касание непонятно. Тебя или порезали, или не порезали, или дали щелбан. Поцарапали или не поцарапали. Да, вот ты не почувствуешь и не увидишь его. Еще раз. Уводится нож. Да, открывается рука, допустим. Я должен контролировать постоянно контакт держать. Там дальше идет вот такое вот, типа, на обратную на себя. Да, смотри сюда. Вот. Хорошо, он забирается, надо. Вот этот пластмасс. Еще раз, помните, я вам показывал такую штуку, смотри. Я скрещиваю руку, да, а потом поворот делаю. Вот. А, да. Или вот он меня берет, допустим, да, я там раз, его вот поворачиваю. Я использую те же рычаги здесь. Раз, смотри, я выкручиваю вообще его в другую сторону. Да. Да, хорошо. Но он все равно здесь. Он, у него все внимание здесь. Он ничего не может сделать. Хочешь попробовать? Нет. Это 50 на 50. Это то, я вам показываю все хорошо на пластике. Но если был бы живой нож, там разные ощущения. Ну там, да, было бы очень сильно. На 150%, на 1000. Ну я просто знаю, какой я острый нож. Я один себе поцарапаю. Давай. Здесь уход идет, смотри, отсюда идет вся эта плоскость. Ну, да. Он хочет ударить меня вот так, окей? То есть снизу. Я его отвел, он мне что делает? Дальше бьет меня, еще раз. Вниз, я отвожу, он меня делает удар. Правильно? Я делаю что? Таблетку спать, правильно? Ну, да. Да. Еще раз. Артур хитрый. Когда я отвожу, он бьет удар. Угу. Но я держу руку. Обязательно, что, потому что как только он начинает что-то делать, я примерно понимаю, куда идет траектория. Артур хитрый, но я хитрый, еще хитрее. Да, хитрый. Отдай. Окей. Ну, примерно понятно. Да? Все?